Герой нашего времени, житель Дивеевского района, бросился в полыхающий дом, чтобы спасти ребенка. Двухлетний мальчик остался дома с пожилой бабушкой, а та решила приготовить обед. Включила плиту и отвлеклась. Огонь распространялся по деревянному дому молниеносно, и проезжающий мимо Руслан Зуйков едва успел вытащить оттуда маленького ребенка. Сам он оказался очень стеснительным, от интервью отказался, и поэтому о его геройском поступке рассказывают очевидцы. Он как рванул бегом. Не глядя ни на что. А там пылало, конечно. А бабушка со двора, с улицы там шла, с туалета, что ли? Он говорит, она мне ведра сует, снег вроде как тушить. Я, говорит, ее оттолкнул, ребенка вытащил. Ну, он только говорил, говорит, там уже зашел, я там дым, там уже вот все перехватывало горло от дыма. Возгорание началось с кухни, то есть предположительно причина пожара является приготовление пищи и оставление без присмотра газовой плиты. И бабушка старенькая. Как? Она ненадолго вышла, ну и что? А закружила, завертела и забыла, наверное, что на плите что-то есть. Никто никого не винит. Как бы и в умысле злого ничего не было. Сгорелось. Конечно, все живы, самое главное. Скажите, а как могли ребенка оставить? Почему ребенок двухлетний был один дома? Она просто растерялась, я так думаю. Она просто, у нее, может, шок был, что вот это все случилось. Я так думаю, что она прям суетилась, бегала. И бывает такое, я была сама в пожаре, знаешь, что это такое. Просто такой момент получился, что никого не было, и он как раз подъехал. И вот это вот все горело там, внутри еще. Благодаря грамотным действиям Зуйкова Руслана, то, что он в трудной и сложной обстановке сориентировался, несмотря на угрозу своей жизни, он спас данного ребенка. Если бы не его действия, я думаю, что ребенок погиб бы. Просто такой человек. Он не думал о себе, он думал о там вот. Потому что он, когда зашел, он говорит, там вот еще комната. Он говорит, я боялся, там кто-то еще живой остался. Вот он просто зашел в магазин. Он, конечно, переживал, его аж бедного маленько потрясло. Я видела, он это же все-таки не просто так зайти в огонь. Кстати, в МЧС сообщили, что за проявленный героизм Руслана Зуйкова представят награде.